Грязные улицы, продрогшие кварталы, а дождя разлитые краски бетонного каркаса заложили в нас основу улиц мира, мира улиц, мира улиц андеграунда. Клинок Армагеддона, извержение вулкана, который зародился в недрах черного подвала, точно так же из которого когда-то выходили наши пацаны, часть которых посадили. Половина на свободе, а быть может это хуже, чем сидеть в звериной клетке. Никому нахуй не нужен, ведь свобода по неволе, та же самая облава, в которой нет любви, кругом одни жалобы. Короче, ты идешь по стопам своей ступени, спуская смерть теней, болезнь и веселья. Мир идиотизма, беспредела по неволе, за которого когда-то мы чья жизнь запороли. Дважды были рожей со звездами на плечах, за несколько купюр всю жизнь рад покалечить. Хоть это Магантон у нас больше по-любому, а теперь держи кулак по нашему закону. Раскаленная как сталь, мощь читатива движет нами изнутри, как кулаки, что пробивают стены мира, разгоняя больше мысли, нанося удары жестко в наших мыслях, стилях фразы жизни в старых районах. Снесены объекты, но их заменили раскрафиченные стены. Благодаря таким сюжетам жива наша культура, пока идет речь. Нативы зарождаются узоры в разных местах, в разных городах, в разное время, суток превращая пыль про все, что стоит на пути хип-хопа. Эта страшная сила глушит, как раскаты грома. Грязные улицы, продрогшие кварталы, а дождя разлитые краски бетонного каркаса заложили в нас основу улиц мира, мира улиц, мира улиц андеграунда. Двери открыты в твое подсознание, мозг выбирает пути для процветания. Без них нету жизни, без них нету рая. Мы пацаны со Ставропольского края. Жесткие темы, беспощадные строки, мы пока еще не боги, мы всего лишь веб-роки. Ходная кайс, мастер первого слова, который произнес тему ломаного слога. Вторая рэп-машина боевая, единица сила белого дыма. В облаке клубится white smoke. Поддержка ходная кайса, мы вместе представляем мышка Кавказского альянса.